Всем привет, продолжаем мы прохождение игры Medieval 2 Total War за королевство Англии. Так, ну что, давайте сейчас мы более подробно пробежимся в карте, потому что в прошлой серии как-то все быстро. Чтобы нам вот эти какие ходы не забыть. Так, высаживаем давайте до агента. Пусть у нас посмотрит, какие там силы у повстанцев в городе Микосуки. 5 каких-то отрядов. У нас в Карибах уже 13 отрядов. Так, теперь, значит, давайте идем сюда. Тут у нас главные события сейчас происходят под Веной, которые у нас отжали венгры. Ну, сейчас Вена снова придет под наш контроль. Так, плюс мы еще формируем армию в Инбурге и в Берне также. Так, в Берне, да? Да, в Берне еще формируем армию. Итак, ну, главная даже наша задача здесь вот, это будет все-таки разгромить венгров. Ой, венгров. Добить Венецию. Я тут подумал, а может нам на ее нафиг на кораблях, может давайте по сухопутной сейчас пройдем и ударим, так сказать, по венецианцам. Так, ну что, давайте сначала первым делом Вену штурмуем. Выбиваем оттуда венгров. Так, развернем войска, значит. Эх, хотел же артиллерию объединить. Вперед на врага! Да. Сейчас мы к воротам прям побежим. Давайте выдвинем артиллерию сюда. Боремся. И сейчас мы сделаем пробоину в стенах. Братья, стена рухнула, подобно стенам древнего Иерихона. И да направит Господь вашу руку! Так, давайте еще вот здесь долбанем. Чтобы нам сразу нескольких направлений атаковать врага. Пока кольца.
Так, прошу прощения за перерывчик. Так, ну что, теперь, значит, направляем. Давайте нейтрализуем башню. Если нам хватит, конечно, снарядов. Сведем на нет. Здесь стояние венгров. А то они встали, думаю, сейчас нас здесь будут застреливать. А мы сейчас ведем на нет здесь урон от башен. Еще одна башня разрушена. Давайте теперь сюда попробуем. Да, конечно, потом все это нам придется, конечно же, чинить. Ну, надо облегчить путь нашим солдатам. Расчистить, так сказать. Так, кончились у нас снаряды. Ну ладно, мы чем могли, тем помогли нашим пехотинцам. Теперь давайте будем, значит, наступать. Это непонятно, почему они все в одну точку, именно через ворот как-то поперлись. Хотя могли бы вот так обойти бы их и ударить по врагу сразу. Хвала Господу! Мы захватили вражеские стены! Мы выигрываем битву! Еще немного! Так, все, здесь враг бежит, давайте теперь дальше. Так, давайте теперь догонку на главную площадь. Давайте Йомину заведем нам сюда, поближе. Наших воинов здесь уже ничто не остановит. Так что, я же говорю, что венгры недолго здесь будут хвастаться своим успехом. Что сейчас и происходит? Ой-ой-ой, конница, кавалерия, стой. Приказ это был только для Йомина. Так что не успели как следует они здесь похозяйничать, венгры, и город снова сейчас будет наш.
Теперь блокируем врага здесь со всех сторон. И бьем всю вот эту кучку. Посмотри, они когда крестьян что ли успели уже сделать? Когда успели, блин? А, ну вообще-то крестьяны у них были, скорее всего. Гордишь, же крестьян все равно не сделают. Так, вот если у меня получается болельщику довольно сильно мешать, где наши Йомины. А еще лучше кавалерию сюда еще привести для верности до кучи. Вот сюда вот давайте. И генерала сюда вот в эту сторону. Так, артиллерию-то я зачем? Куда их повел стоять? Смотри, второй отряд у нас добили, блин. Наверняка заслуга вот этих вот арбалетчиков. Вообще, мощная какая-то сила вот эти арбалетчики. На мечах дерутся как. И стрелами еще, блин. Еще целый отряд ведь. Сейчас потерпите, кавалерий еще придет сюда. Мы здесь раскатаем. Давайте скорее. Вот все, кавалерия подходит. Ну-ка. Давайте, ребят, помогите нашим. Разнесите их здесь к чертям. Так, все, наш кавалерий, в принципе, с арбалетчиками разделывался уже почти полностью.
Все, победа. Отбили мы Вену. Потеряли 151 воину. Гак потерял 230. Может быть, займем тем более, что был наш недавно. Не будем здесь устраивать резню. Давайте сразу же ремонт проводим. Так, во-вторых, здесь мы все равно вот этих вот не переобучим. Поэтому объединим, кого можно. Все, это пока будет охрана, потом сейчас со временем делаем еще ополченцев всяких сюда городских на охрану. Так, ладно, да, идем дальше. Здесь мы ход сделали, и у нас тут сейчас такая дилемма. Здесь у нас поляки, а дилемма у меня вот какая, что вмывать ли мне Галич, либо нет. Эта армия у меня, в принципе, попадает также в подкрепление или нет. Попадет он. Давайте посмотрим. Но с другой стороны, это замок. Здесь так легко его не возьмешь. Ну и ждать тоже. Если мы сейчас даже ход подождем, враг уже подведет подкрепление. И еще вопрос, возьмем ли мы замок или нет. В принципе, соотношение 4 к 1. Давайте попробуем. Блин, с другой стороны, может быть, зря я, конечно, ты вот тут начал сражение. У нас время-то хватит, нам не хватит. Так, давайте начнем битву. Бомбим стены в первую очередь. Как собрал встретить нас, похоже, здесь, да? Или нет, или они будут уходить дальше? Так, стоп, ребята, пока отставить. Стрельбу, возможно, нам придется ломиться дальше. Так, кого здесь подогнали? Мы на рыцаре? Да, так, понятно. Делать еще одну пробойную. А если мы не сможем потом дальше замок пробраться? Давайте попробуем, может быть, нам удастся так всей массой пробиться.
делаем это бегом. Лучники пускай занимаются кавалерией, плюс давайте. Всю кавалерию подгоним сюда, в том числе с подкреплениями. Хотя, в принципе, у нас же есть все равно подкрепление, там же тоже, кажется, есть пушки. Давайте сюда пробегать через них, вот парочку отрядов там, давайте штуки три сюда, вот на конницу сразу. Так, кавалерия помчалась походу под защиту стен, да? Давайте, ёмины, атакуйте вражескую кавалерию. Так, кто хоть побеждает-то? Врагов 6% убитых, но у нас плюс еще должны подкрепления быть. Делаем параллельно еще один пролом в стенах. Мало, господи. Мы захватили вражеские стены. Так, давайте попробуем теперь так кавалерию всю привести, кроме нашего генерала. Генерала пока оставим там. Так, отлично, здесь мы оборону прорвали. Артиллерию давайте, может, сюда уже продвигать. Стоп, ребята, пока не идем туда. Давайте пока сюда. Блин, кавалерия, стой, кавалерия, стой, ребята, стоять, пока туда не заходим. Ждем артиллерию, нам нужна новая брешь. Блин, все равно попадаем мы под обстрел. Блин, тут еще три бюши. Ну ладно, три бюши они все равно пока не должны стрелять. Давайте, пробиваем брешь. Отлично, еще одну стену мы пробили. Так, артиллерии пока все отставить дальше.
складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Так, ну лесных жителей мы, кажется, так-то, в принципе, должны преодолеть. Ребюши наши сцепились, да? Давайте кавалерию сюда присылаем тоже. Так, у поляков здесь уже 21 всадник остается. Общие потери 22%. У них еще очень много солдат. Мы, можно сказать, только самую малость здесь пока побили. Ну, здесь очень близко стены расположены. Нам вот орудие, конечно, сюда бы провести бы. Так, все, давайте орудие ведем сюда. Кавалерии давайте зачистим. Что здесь у нас кто? Артиллерия есть вражеская. Блин, я не знаю, если только вплотную к стенам пройти, попытаться. Но кавалерия нам так-то тоже нужна еще. Давайте этих копейщиков ёминами, блин. Так, стены нам захватить здесь удалось с этого направления. Теперь давайте спрячем сюда наших воинов. Ты посмотри, даже до всадников и достает. Давайте, знаете что, наших йоминов сюда вот на стены сейчас. Блин, здесь нигде не подлезешь. А там как-то они не очень, так сказать, попадают по врагу. Куда-то они погнали своих копейщиков. Блин, где наши орудия-то, а? Они долго все это двигаются. Так, стоять, стойте, стойте, стойте. Пока не идите. Давайте сначала сюда на угол. Быстро, 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 пока вас там не задели. Не стреляли всех. Так, теперь сюда. Теперь двигаемся сюда напрямую на водку. У нас там, кстати, еще кавалерия уже дошла. Блин, что ж попадаете как, а? Зайдите сюда. Блин, бить поворотом.
Сейчас они... Да, какая разница, сейчас они брешь могут закрыть собой. Что так, что так. Ладно, давайте поворотом, типа, что здесь прям по прямой можно. Нам главное просто хотя бы даже в замок попасть, а тут мы уж что-нибудь сделаем. Так, ну теперь можно пробовать по стенам. Ведем рыцарей. Ведем сюда нашу кавалерию. Ведем сюда йоминов. Ведем всех сразу, то есть. Так, с кем там наша кавалерия столкнулась? Копейщиками. Давайте сюда проникайте. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Нас атакуют. Нужно действовать. Так, все, пеший поиск, знать, мы разгромили. Давайте все сюда. Блин, копейщики идут. Ох ты, здесь какая кучка их сразу. Вот это, да, вот это мы здесь разворошили осиное гнездо. Вперед, вперед. Да блин, никак через ворот нам не дают пройти. Просто блокирует путь. Давайте, давайте, чтобы наши рыцари тоже дошли. Сейчас мы чувствуем, всех здесь мы загубим просто. Но нам все равно деваться некуда. Давайте убьем генерала, деморализуем их. Попытаемся, конечно, деморализовать врага. Ох, сколько их здесь еще. Офигеть, просто куча. Куча врагов. Ну, 64% врагов мы уничтожили. Даже если у этой армии ничего не получится, у нас есть еще подкрепление. Почти 70%, у нас только, в общем, 30 всего получается. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит.
него союзники могут отступить. Фига не ссыте, давайте мы их забьем. У нас еще есть войска. Уже 72% потерь врагов достигли. Да, конечно, сильно нас покромсали, ну ладно. Да и вражеский генерал-то осталось уже свитить, всего 14 бойцов. Ага. Генерал врагов убит. Так, ну что, одолеваем мы, нет? 76% врагов уже убито. Давайте, ребята, поднажмем. Может, там генерала еще сюда привести? Кстати, заходят, сейчас будут заходить в наше подкрепление. Давайте приведем попробуем до генерала нашего. Тем более, пока он добежит, у врагов совсем уже мало останется. Уже 80% уничтожено. Здесь больше вот эти пешие польские рыцари, наверное, походу нас напрягают. Остальные так себе уже по мелочи. Снижители 13, крестьян 19, ну здесь стрелки еще какие. Ну, это, наверное, всякие катапульты там. Давайте, наверное, ускоримся немножко, то время у нас уже, блин. Так, это кто такие еще подбежали? Ого, сколько крестьян. Так, может быть, конечно, подкрепления уже не нужны, но давайте все-таки, пускай они пока дойдут сюда. Давайте подудим. Так, уже 93% потерь. Давай, 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 дожимаем. Так, крестьяне здесь все. Давай теперь сюда. Теперь давайте отсюда атакуем.
поможем нашей пехоте. Лишь бы наш генерал бы не погиб только. Отлично. Нам бы лишь бы замок взять, а там обороняться мы умеем. Тем более замки. Так, где-то врага еще должны быть солдаты, а вот где они? А, требюши стоят. Ай, фиг с ним, пускай стоят. Все, завершить битву. Потеряли мы 687 воинов, враг потерял 853, у нас даже меньше погибло. Да, некоторые отряды у нас полностью погибли, но все же они сделали свое дело, внесли свою лепту в эту победу. Поздравляем всех. Ну что, наш риск, в принципе, удался. Взяли мы таки Галич. Вера и честь привели нас к победе. Мы победили. Восславим Господа. Еще один город, еще один удар по полякам нанесен. Джеймс Смит, этот человек повидал много битв, всегда сражался до последней, при этом не забывая товарищей. Плюс один к личной безопасности, плюс один к авторитету при командовании пехотой. Так, плюс один, это должен отважный в бою воин славит своим благородством. Плюс один к благородству. Так, смотрим, что тут у нас. Ладно, давайте, наверное, эту серию завершим, а то посмотрим, все остальное посмотрим уже в следующей серии. До новых встреч, всем пока!